Всем привет! В казино Сочи, помимо того, что появился вот такой классный воздушный шар, стартовала последняя в этом году серия, и это Сочи Покер Фестивал Гранд Файнал. И впервые она проходит с новым генеральным партнером Покер Дом. Поэтому мне не терпится вместе с вами отправиться на второй этаж и показать все нововведения. Ну и в принципе серия будет проходить очень громко, очень ярко. Несколько дней мы будем вещать в ТВ-формате с открытыми картами. Прямо посреди зала, среди всех присутствующих, разыграем Lexus. И впервые пройдет российский турнир суперхайроллеров с боином 5000 условных единиц. Но самое главное, что вся серия проходит в атмосфере последних деньков 2020 года. Так что были, конечно, в этом году хорошие моменты, но все-таки мы все с нетерпением ждем 2021 год. Поехали! Ghost stories by the campfire. We night breed vampire. Ducking from the head rushing. Wu-Tang production. Percussions bringing repercussion. I hold my mic sideways busting. Another one bites the dustin'. Cardiac arrest clutching. Your chest sucking. Your last breath. MR. Period. Map. Niggas dying from paper cuts. Bleeding to death. Down these mean streets. Johnny Quest. From ASCAP to NASDAQ. Get that money sack. These habitats ain't no place to raise a family at. These alley cats be at war with these dirty rats. So watch your. Всем привет! С 12 дня до 12 ночи каждый день вы можете подойти на нашу стойку лояльности от Poker Dom, поиграть в наши активности, за которые можете получить номерок и поучаствовать в нашей лотерее, в которой вы можете побороться за наш крутой мерч от Poker Dom. Send crews back to the shoeshine box. Connect the dots. My description: blackmail, yellow the mellow. I make it hard for MCs to run neck and elbow with Dio, Pinoco, Bebo knows to duck when he hit a bite with the squeaky clutch. Swallow this hard act to follow. You can parachute off my slang and use my rhymes to toggle. I'm tense, so smooth I can't be fingerprinted. I stomp harder in slow motion. Юра, второй день серии, ты уже дважды побеждал в розыгрыше. Что ты выиграл? Я выиграл две футболки, я выиграл две кружки, две кепки и кофе, который можно наливать с собой. Я буду его возить в машине, потому что я это люблю дело. Я так же, как и ты, кофеман. Поэтому эта штука очень мне подойдет. Кофеманы. Как твой квиточек попал в этот лототрон? Что девчонки заставили тебя делать в кулуарах казино? Они попросили на выбор либо поиграть в гольф, либо бумажки там летают, нужно их поймать. Как деньги. Деньги, да. Как ты думаешь, что я выбрал? Деньги. Нет, я выбрал гольф, потому что бильярд и гольф – это две вещи, которые очень пересекаются. Хорошо, с какого раза мячик попал в лунку? Там девочка Лиза была, она удивилась, я из четырех попал четыре. Хотя один билетик дается. Я говорю, хочешь, у меня четыре попытки? Я говорю, всех четыре попаду. У меня чемпион России по гольфу тренировал. Поэтому то, что здесь, это детский и что сад. Мы имеем 4 футболки, 4 кружки. Так что все мои друзья теперь в кепках, в майках, все отлично.